Здорово! С вами снова пацаны. Сегодня мы будем снимать... Короче, нас сегодня вообще прорвало на обзор. И сегодня мы будем снимать обзор вот на такой вот яйцеголовый шлем. Он называется Бандит. Вот. Вот так вот-то. Вот. В нем ездить удобно? Да. Да, удобно, говорит хозяин. А покажи, как у него стекло поднимается. Смотрите. Оп! Стекло поднялось. А как опускается, покажи. Оп! А покажи мякиш, какой у него. Вот смотри, здесь мягенько, так головке будет приятно в нем находиться. Вот, давай. Вот, подожди, я дальше отойду, давай вот так. А покажи, как, да, покажи, как он, как в нем. Вот так вот смотрится. Вот смотрите, как колбасит человека от того... Смотрите, как будет колбасить человек, который оденет этот шлем. Вот, приятно головке? Вот, говорит, приятно. А сядь на мотоцикл, как это выглядит? Вот, вот так вот он смотрится... Возьми за руль. Вот так вот он смотрится в этом шлеме. Вот так вот человек выглядит, когда он сидит на Ямасаки Скорпион какой-то там. Как ты себя чувствуешь? Попки приятно на мотоцикле? А головки приятно? Все, заебись. Ну, короче, покупайте шлемы. Шлемы очень качественные. Вот хозяин только чуть не пизданулся. Вот. Сколько шлем стоит? 5500. Вот, покупайте шлемы за 6000. Не пожалеете. Пока.